Здравствуйте, Карина. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня в студии в нашей, что вы героиня. Моя героиня. И про вас можно сочинять историю. Вот как вы думаете, если бы, ну, на самом деле сочинять о вас историю, то вы были бы в ней кем? Тургеневской барышней, Наташей Ростовой, женщиной-вамп, лисичкой-сестричкой? Лисичка-сестричка, это хорошо. Но мне кажется, я бы, наверное, была где-нибудь на коне с мечом, что-нибудь такое. Вот. Амазонка. Амазонка. Артемида. Нет, я сказала бы по-русски. Вот это горящие избы, вот это все. Бегут, избы все горят. Мне кажется, что вот это вот моя большая история. Так это русская женщина. Да, хотя я выгляжу, в общем, как тургеневская барышня. Всегда и ко мне долго так относились в профессии. Но надеюсь, что этот стереотип наконец-то побежден. Мною. Вы родились в Ленинграде, а живете в Санкт-Петербурге. Да. Это разные города. Абсолютно. Вот чем они отличаются один от другого, Карин? Духом, наверное, в первую очередь. Я скучаю по Ленинграду очень сильно. Несмотря на то, что я бесконечно люблю Петербург, мне в Ленинграде было гораздо уютнее, я все равно говорю Ленинград. И мы между собой, все, кто рождены в Ленинграде, ну, я в Ленинград поехала там из Москвы. Или я из Ленинграда. А дух куда девался, с вашей точки зрения? Я не знаю, наверное, это просто время такое. Хотя удивительно, мне кажется, в Москве он вдруг появился снова. Я помню Москву там конца 90-х и начала 2000-х. Я впервые приехала в этот город, и мне показалось, что это какой-то Вавилон, и здесь очень страшно, и какие-то страшные люди, ларьки, что-то еще такое. Я еще на ВДНХ попала. Ой, ужас. Вот. И сейчас вдруг такая Москва, там парк Горького, да, как это, как советский прекрасный детский лагерь. Вот. А в Петербурге, мне кажется, немножко сейчас другая история произошла. Я надеюсь, что мы это поборем и вернем какой-то праздник в город. Карин, а родители ленинградцы? Папа в Ленинграде, да. Мама родилась в Вильнюсе. Мама из литовской семьи? Была наполовину литовской, наполовину, вернее, польской, поскольку помним все это передел. Вильня, Вильнюс, Литва, Польша. Дедушка поляк был, да. Вот, то есть поэтому... это полячка молодая? Да. Я вот на какой-то... Они кто, родители? Чем они занимаются? Папа моряк в прошлом. Был даже лучшим коком Балтийского морского пароходства. Ой, да вы что? Да. Мама домохозяйка, мама прекрасная, выращивала нас с братом. А брат старший или младший? Брат младший. Намного? На 13 лет. Папа кок готовил дома? Конечно. Вкусно? Пироги папины. Правда, потом всю кухню приходилось отмывать, потому конечно, что понятное дело. У папы там на корабле была специальная женщина, которая там все убирала. Ну, повара вообще так готовят. Да-да-да-да-да. Повара же не убирают за собой. За ними кто-то убирает. Но это пирожки эти волшебные абсолютно. С повидлом. Вот это вот он во фритюре вот это все делает. И пышки. Пышки, они же пончики по-московски, да. Это, конечно, волшебно. А правда, что одна из бабушек пела? Да, одна из бабушек пела, да. Это да. Чья мама? Это папина. И она пела джаз? Да. И прямо она была певицей? Ну, она в Ленконцерте пела, да, да. Когда я была совсем-совсем маленькая, я говорила, что я буду как бабушка, а крысам как бабушка. А крысам? Да. Вот идет я, а крыса. А крыса, да. Я хочу, чтобы мы сейчас фрагмент фильма посмотрели, который называется «Небесные ласточки». Говорят, что вы его обожали. Ну, я обожала, и моя мама его обожала. И мама, вот сейчас да. Посмотрим, и вы расскажете. Да. Итак, мадемуазель Карина. Я слушаю вас, майор. Интересно, какому акту вы репетировали эту сцену? Да, после того, что я увидел дважды, надеюсь, между нами все кончено. Надеюсь. Имею честь. Прощайте. Удивительно. Другая бы оправдывалась. Доказал бы свою невиновность. Ну, это было бы очень просто. Так же легко, как вам оскорбить невинную женщину. Угу. Только запомните, если вы заставите меня оправдываться, я оправдаюсь. Но только после этого между нами будет все кончено. И мама, которая вот, видимо, так себе представляла дочь. В щелках, в духах, в мехах, вот это в перьях, все. Да, и вот это вот все, назвала вас Кариной. Назвала меня Кариной, да, в честь героини Людмилы Марковны Гурченко из фильма «Небесные ласточки». А вам нравилось это имя?
Ну, вообще, чувствовала я себя довольно странно среди Маш, Оль и так далее. И Лен, да, в классе. Но потом в классе в 10-м у нас в классе вдруг неожиданно было две Карины. И у меня на курсе было две Карины. И я начала чувствовать себя гораздо спокойнее. А вас называли как? Каря? Каришечка, Кариночка. Угу. А в институте меня звали Корешок. Угу. Крыс, да. Угу. Кара меня называет подруга. Угу. Кариниус. Мама хотела, чтобы вы в кино снимались и актрисой были, а крысой? Но мама, на самом деле, всегда как настоящая мать, мама хотела мне лучшего. Конечно. Более какой-то стабильной судьбы. Мама хотела, чтобы я была переводчиком, я занималась английским под маминым руководством. Школа английская была? Нет, школа была обыкновенная, но это был репетитор на дому, мы занимались, да, я делала вид долго, что занималась. А потом, конечно, в 9 классе я сказала, что, ну, мам, ну нет, ну я буду, значит, пойду в артистки поступать. Угу. Я пошла в студенческий театр, но просилась, там занимались первокурсники, я в 9 классе пришла, сказала, возьмите меня тоже заниматься. Uh-huh. На удивление меня взяли, и эти первокурсники провожали, находился очень далеко от дома, они меня, эти первокурсники, провожали до метро, потому что я была совсем гном. Вот. Ну и мама как-то так все это к этому снисходительно относилась, она потом пошла, значит, перед тем, как записываться на курсы уже в 11 классе, есть при театральной академии курсы, она пошла со мной в институт и увидела лысую девочку на диванчике в фойе театрального института, спящую под газеткой. Конечно, мама был шок. В ужасе, конечно. Лысая девочка под газеткой, иначе моя дочь будет так же, и все вот это вот. И, в общем, мама была расстроена. Ну, в общем, она такая тоже странная мама поведение. С одной стороны, расстроена, с другой стороны, вроде как и потакала, но уехала на дачу, сказала, поступайте куда хотите. Вот. И, ну, я поступила куда хотела. Ну, и мама мой фанат номер один. Знаете, спектакли наизусть, мама смотрит все фильмы, собирает вырезки из газет, чем меня раздражает ужасно. Говорю, мама, ну перестань, ну я же у тебя вот живая, зачем тебе вырезки из газет? Но мама, это мама. А вы помните, как в кино снимались? Маленькой. Я помню очень хорошо, да, мне было 5 или 6 лет, 87-й, там, 88-й год, и это была сказка, конечно. А как туда вы попали? То есть эта девочка хочет сниматься в кино? Ну, да, это так определенно было. Девочка хочет сниматься в кино. Мы с мамой ехали в метро и на станции метро Площадь Ленина. А я была довольно подвижным ребенком, несмотря на ангельскую внешность. Я, значит, пела репертуар группы «Кино» и «Наутилус Помпилиус». Но я из Петербурга, из Ленинграда. Поэтому «Ален Делон не пьет район одеколон» мой репертуар был. У пятилетней. Конечно. Что родители слушали, то ребенок и пел. И я орала, как всегда, на горлопанила песню какую-то на весь метрополитен. Ужас. И подошел дяденька-режиссер и спросил, не хочет ли ваша девочка сниматься в кино. И так я попала в кино. И мне, правда, судьба благоволила, потому что, понятно, что это были какие-то эпизодические микророли, но с великими артистами, с Роланом Антоновичем Быковым и с будущим художественным руководителем Юрьевичем Лавровым, Абдулов, Калягин. Вы же не могли это вот тогда понимать. Мне мама говорила, что большие артисты какие-то. Ну, ну что да, мне? Ну да. Я помню, на самом деле, такой момент. Я снималась в картине «Действие Мани». Начало 90-х, прям вот по нему видно, что начало 90-х. Юлия Меньшова там играла главную роль, какого-то робота-человека. И нас снимали как банду детей. И мы якобы врываемся с дубинками, бьем стекла в какое-то заведение, и потом, значит, выходит она, и мы на нее все смотрим. На самом деле мы снимались без Юли. Юли там не было. Сидел дяденька, значит, стоял на табуретке и размахивал крыльями, говорил, я орел. Представьте, что у меня большие крылья. И мы, значит, все с детьми, как эти. И даже мой этот крупный план, в общем, вошел в этот фильм. Посмотрим. Да? Да. Я писать хочу. Я описался. Ну, говорили, сыкунов с собой не брать! Это я. Вы даже, я знаю, у меня есть, вы гонорар получили. У меня, смотрите, у меня какие деньги есть. Вот, Карин. Да, это вот... 90 рублей должно 90 быть. Рублей, да, это я и получила. Мне родители купили розового слона, мою мечту. Спасибо родителям, которые да. не забрали себе деньги, а действительно купили в те непростые времена. Но он долго жил с вами? Он до сих пор живет. А, жив-здоров, он жив-здоров, да, с ним все, да, в с ним все в порядке. Ой, это прекрасно, что у вас есть свой собственный розовый слон.
А в школе вы были звезда? Нет, я не была в школе звезда. Я была довольно скромной девочкой. То есть вот эти все чтецкие конкурсы, это все не про меня. Не было, я никуда не ходила никогда. Я, безусловно, участвовала в самодеятельности, играла там Снегурочек, Кикиморы и так далее, нельзя сказать, что, ну, по крайней мере, до 10 класса, что я была прям какая-то вот звезда-звезда. В 10 классе... Вы же в кино снимались. Был большой перерыв, на самом деле, довольно достаточно большой. Класс, наверное, с 6 по вот... в институт. 90-е, и база на Ленфильме куда-то уже закрылась, актерский отдел, там были какие-то перетрубации, мы не приносили никаких новых фотографий. И последнее, что было, это вот я в 95-м году поехала в Чехословакию на детский кинофестиваль представлять Россию как член детского жюри. Это было мощнейшее впечатление. Конечно, это практически кап-страна. Абсолютно, да. Такая режиссер Драгомира Кралова, довольно известная была в Чехии в то время детских сказок, и она подарила мне коробку Феррера Рошер. Конфеты. Ну, вы поняли, у нас... Какие Ферреро Рошер, о чем вы говорите, Аленка, по праздникам в лучшем случае. Это какой-то сказочный мир. Я увидела это мороженое, вафли пекущиеся, что-то неимоверное. Дети такие свободные, мы немножко такие все пионеры. Да. Вот вдвоем с девочкой были такие. А дети абсолютно свободны, как они разговаривали, общались, это, конечно, был шок. И дальше выбор профессии. Девочка из хорошей семьи должна получить хорошую профессию. Вот, например, переводчика, как да, мама ваша да. мечтала, да? Но девочка все-таки поперлась поступать в артистки. Легко поступила? Ну, я поступила с первого раза, но меня сначала зачислили на вечерние, на первые полгода. Мой мастер, царствие небесное, Владимир Викторович Петров, он понимал, что это последний курс, и он набрал нас очень много, нас распихивали по всем возможным местам. Поэтому по максимуму всех иногородних, естественно, дневное, потому что это общежитие, это стипендия, а нас всех как бы так куда кого можно. У меня был шок, конечно. Как вечерние? Это значит, что я буду только вечером учиться? Да нет, все будет то же самое, просто у тебя не будет стипендии. Да. Фух, да. Ну и поэтому не могу сказать, что это было очень тяжело, но это запомнилось, конечно, на всю жизнь поступление в театральный институт. Я знаю, что вы из Толстого читали, да? Из Толстого я читала, да. Наташу Ростову. Наташу Ростову, да. Я читала про записку от Курагина, вот этот момент. А, записку от Курагина. Да, когда ее ругала мама, что так нельзя себя вести и быть такой распущенной женщиной. Была странная история с Лизой Дулиттл. Я читала на втором туре, я забыла все напрочь, кроме того, что это Бернард Шоу, да. Я сказала, Бернард Шоу, Пигмалион. И все, белый лист. Даже про что? То есть совсем белый лист. Губа затряслась моя нижняя, слезы подступили. Можно я еще раз начну? Мой будущий мастер говорит, ну давай, деточка, давай еще раз. Он уже 1000 раз слышал этого Бернарда Шоу, этот отрывок «Пигмалион» про туфли. Да, да. Разумовская Карина Владимировна, 16 лет, Санкт-Петербург, Бернард Шоу, «Пигмалион». Слезы! Сопли. Мой будущий мать говорит, ну, деточка, давайте успокоимся. Ну, сядьте на краешек сцены, давайте вспомним, про что там было. Я не помню. Про это? Нет. Про это? Нет. Может, про туфли? Про туфли. Поэтому, в общем, за что меня взяли, непонятно. И, в общем, мы с мастером по крупице вспомнили этот текст как-то, и я поступила в театральный институт. Понятно. Ваш брат. Ой. С ней можно разговаривать на любые темы, ну, разве что программирование, наверное. И она мудрая. Ты всегда можешь попросить у нее совета в сложной ситуации. И, скорее всего, она даст тебе очень полезный ответ, который поможет тебе из нее выбраться. Я не помню момента, когда мы не дружили. Мы всегда спали в одной комнате, и... Одним утром я проснулся и не обнаружил сестру рядом. Я очень сильно испугался, поставил всех на уши и думал, что она от нас куда-то ушла. Мы с папой поехали в метро на станцию Автово. Не помню, почему на Автово, потому что она там училась или работала. Там я ее не нашел и очень расстроился. Потом папа мне все-таки объяснил, когда мы вернулись домой, что сестра была занята. Я не знаю, почему он об этом не сказал мне раньше. У нас такой папа-шутник. В Москву почему не поступали, Карин? Был такой план, если не сложится совсем в Петербурге, то в Москву. Но, слава богу, все сложилось. На самом деле, я поступила к тому мастеру, которому хотела. Я очень хотела учиться Владимира Викторовича Петрова. И, слава богу, так случилось.
Какой режим у вас был учебы в театральном вузе? Говорят, что это с утра и до утра. Да, это пока тебя не выгнали из академии, а если не выгнали, то ты, в принципе, еще ночью остаешься репетировать. А что репетировать-то? Этюды. К следующему дню, к следующему занятию. Потому что с утра у тебя сначала лекции с 9:30 до где-то 3, потом перерыв. И потом с 4 до победного у тебя мастерство. А потом к следующему мастерству, к следующему дню тебе нужно подготовить этюды. Угу. А когда их еще репетировать, как не ночью? Практически 24 часа. Но это интересно, это же можно сдохнуть. Это катастрофически интересно. Да? На третьем курсе уже немножко все так, я с утра приду, что-нибудь сделаю, там вот так. А первые два курса, конечно, все как сумасшедшие. У нас было тайное место для репетиции. Надеюсь, ректор не знает о нем. Ну, конечно, нет. Ну, что я вас умоляю. Да, значит, это было под крышей на чердаке. Из нашей коптерки, это такое помещение рядом с нашей аудиторией, был выход на крышу. Нас страшно ругали, когда засекали, что мы там еще на самой крыше веселимся летом. Но там было дополнительное репетиционное помещение. Без света, практически при свечах. И вот мы поэтому занимали любое пространство в академии. Вот эти заполняли, да. Курс был большой, аудитория была расписана по часам. Так вот, вы там с 21:30 до 22:00, вот у вас есть время порепетировать, дальше мы. Ага. И поэтому любая точка, не секунды, все, хватит, готовы, не готовы, выходите. Вас хвалили педагоги? По-разному было, по-разному. Бывало, я помню, что ничего не получалось совсем. Наш дипломный спектакль, один из дипломных спектаклей были в «Водевиле». Комедия, вообще нас мастер любил комедию, мы воспитаны на комедии. И не шло у меня совсем. Потому что у меня была одна из главных ролей в этом «Водевиле», пощечина назывался он. Пока мы не вышли на большую сцену. Очень долго, много лет ремонтировали учебный театр на Маховой, и вот, наконец-то, его отремонтировали, нас выпустили на большую сцену. И когда пришло много зрителей, что-то произошло. Когда вдруг раз, и все заработало в моем актерском организме, и тут вот стали хвалить, да. Что было приятно. Что-то совершенно по-другому, да. Но ведь, когда много народу, наверное, страшно, Карин, невозможно. Такой кайф. Кайф, да. Ужасно, страшно ужасно. Трясутся руки на каждом спектакле. В начале, когда я выхожу на сцену, тремор за кулисами, даже если это сотый спектакль, ничего с этим не сделал, даже если ты адски устал. Но это такой кайф. И так всегда было? Или, да. То есть никакого привыкания не было? Вот вы вышли в первый раз. И вот это почувствовали, да? Да. Ну вот за последние 16 лет моей жизни в БДТ пока ничего не изменилось. Я надеюсь, что это не изменится. Нет, не изменилось-то, я понимаю. Да, это было так с самого начала, да. Трясущиеся руки всегда в начале. Ничего с этим не можешь сделать. Сердце... Но это такой кайф. А это вот когда проходит? Ну, к середине, когда вдруг ты понимаешь, что они тебя слушают вот там. К середине первого акта? Первого акта, да, как правило, к середине первого акта. Когда почувствовала оттуда отдачу, и все. Тогда да. Угу. И вернулась. И вернулась, и уже можешь себя. Ими уже как-то управлять. Извините, что ими я говорю. Нет, все правильно. Ими, нами. Мы это зрители. Вы, когда вы на сцене, нами управляете. Мы туда за этим и приходим. У нас нет задачи другой в театре. Наивысшая радость артиста, когда ты понимаешь, что ты можешь... Бывает, ты делаешь паузы, и ты чувствуешь, как все такие... И ты стоишь, еще думаешь, я сейчас еще секундочку помолчу. Ой, как хорошо. Тут главное не перетянуть, конечно. Но вот это прям ни с чем не сравнимое удовольствие, когда ты понимаешь, что ты можешь это еще немножко сейчас потянуть, а они еще больше делают. И это то, ради чего все мы здесь собрались, да. Ну да. И зритель, и актер. Угу. Фрагменты спектакля я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели из «Пьяных» Андрея Могучего. Сейчас я позвоню в скорую помощь, она приедет, вам поставит специальный укол, и вы вернетесь обратно. В моей жизни, Лора, с этого момента выглядит по-другому. Потому что я знаю, что все вокруг меня пребывает в любви. И я не замечала этого, потому что не любила. Мне казалось, столько говна, столько горя вокруг. Я везде видела одно только говно. Мне казалось, что вся эта страна, все это одно сплошное говно. Вы получили «Золотую маску», да, за это? Мы за лучший актерский ансамбль, да, получили. Наверное, тоже сногсшибательное чувство, да? Это было что-то с чем-то, потому что я помню, у меня была смена, я не помню, что мы снимали в Москве, часть наших приехали на вручение «Золотой маски». Вообще такой номинации, как лучший актерский ансамбль, не существует «Золотой маски». То это прям спец-спец-спец-приз, при этом это маска, то есть это очень редко, когда такое дают, когда действительно не знают, кому дать. Но мы горды, правда, ансамблем вообще в нашем театре, это...
то, на чем всегда держался БДТ. И в этом спектакле особенно. А кто-то мне пишет, я сижу в кадре, между репетициями взяла телефон и смотрю, у нас маска. Я думаю, Могучий получил маску как лучший режиссер, Шишкин как лучший художник. Ну, и тут мы лучший актерский ансамбль. И я со смены еду тоже, и все артисты, и мы собираемся где-то еще полночи, отмечаем эту золотую маску. Все с ней фотографируемся, для нас это было очень важно. И мы теперь говорим, ну, мы лучший актерский ансамбль страны. Да-да-да. Скромно говорим мы. Ну, вы так говорите, оправданно, это же не придумано, вот же и маска. Это очень ценно, потому что, правда, в этом спектакле важен именно ансамбль. И вообще у Могучего всегда важен ансамбль. Он приучил нас к совершенно иному существованию. То есть мне до спектакля «Пьяный» казалось, что я так не могу. Но там, пожалуй, наибольшее количество меня и моих личных ощущений по поводу этого текста, по поводу происходящего в мире, моих личных откровений, и это Могучий. Это его театр. Mm-hmm. Когда ты вот все, что у тебя есть на сегодняшний момент, ты несешь на сцену. То есть, если ты Могучий всегда призывает так, Андрей Анатольевич, вот ты болеешь, у тебя 40 температур, но тебе надо идти играть, выхода нет. Вот, значит, играй, твоего персонажа тоже 40 температура. Он же тоже живой человек. Это было абсолютно ново для меня. Карин, вот вы актриса БДТ. Да. В моей молодости, далекой и невидной отсюда, и в молодости моих родителей, когда был Георгий Александрович Товстоногов главным режиссером этого театра, родители мои ездили из Москвы на спектакли. Имя, вот это славное БДТ, оно никуда не делось. Мы все понимаем, что это великий театр. Вот расскажите, как молодой актрисе туда попасть? Вот, например, поступлю я в театральное училище. Через 4 года его окончу. И как молодая актриса захочу, значит, поработать в БДТ. Вот что нужно делать, чтобы меня взяли? Я вам так скажу, я даже не то, что не хотела, даже не мечтала работать в БДТ. Андрей Юрьевич Толубеев в свое время пришел к нам на курс посмотреть курс, но ничего это за собой не повлекло. И был обыкновенный студенческий показ. Тогда в БДТ был большой пробел с молодежью, и вдруг мне звонят и говорят, здрасте, мы вас взяли. Ну, конечно, я подумала, что кто-то пошутил. Оказалось, не пошутили. Поэтому что нужно сделать, я не знаю. Я всегда говорю, что мне страшно везет. И это очередное везение. Я попала в этот театр, тогда худруком был Кирилл Юрьевич Лавров еще. Mm-hmm. Да. Почему они меня взяли, я не знаю. Во-первых, я гном на такой большой сцене. Мы еще пришли в театр, и не было такого вот массовочки. Вот это, нам сразу дали роли. Да. Прям что? Вот роли-роли. Mm-hmm. И я вообще не знала, с какой стороны к ней подойти. Ты уже выходишь из театрального института, тебе кажется, ну, я же все могу. Да-да-да. Ничего не могу. Вообще не понимаю, с какой стороны подойти к этой профессии, к этой сцене. Кто вас научил? Коллеги. Первый мой спектакль с большой ролью, да, это была спектакль «Черная комедия» по пьесе Шефера. Моими коллегами были Андрей Юрьевич Толубеев, Сергей Васильевич Лосев, Геннадий Петрович Бугачев, Лариса Ивановна Малеванна, Татьяна Санна Беда. Вы понимаете, да? Да. И я, конечно, у меня ничего не получала. Вообще ничего. Просто профнепригодность у меня. Ничего не. Хоть 2 недели до премьеры, ноль. И я, честно, иду к Тимуру Ленардовичу Хиидзе, главному режиссеру, и сказала, что нет, все, извините, я, видимо, все-таки не ту профессию выбрала. Он сказал, Карина, подождите немножко, давайте все-таки выпустим премьеру, потом посмотрим. Ну и мы все-таки выпустили премьеру. И надо отдать должное, взрослые артисты вот прям вот... Вот каждый шаг со мной выстрелили в этой первой роли. Угу. Каждый шаг, я вам клянусь. И я им страшно благодарна. И Геннадий Петрович Богачев подарил мне книжку со стихами Гёте в честь премьеры. И где написал, ну, почти получилось. Ой, прекрасно. И это... Прекрасно. Это огромная похвала. Конечно. Это огромная похвала от Геннадия Петровича. Мы дружны до сих пор. Я благодарна этому театру. Они научили меня всему от и до. И спасибо им за это. Спасибо им, да. Карин, а с вашей точки зрения, почему мы, зрители, знаем по именам в основном режиссеров театральных? Вот Андрей Могучий, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Марк Анатольевич Захаров, которого вот не стало. Да. Много можно назвать режиссеров театральных. И мы почти не знаем современных кинорежиссеров. Кто снимает кино, которое каждый день показывают по телевизору? Почему так получилось? Вы не знаете? Сейчас действительно так. Мне кажется, все-таки раньше так не было. А сейчас... Люди перестали смотреть титры. В кинотеатре это очень сильно замечаешь. Ну вот смотрите, в театре тоже никто не вчитывается в программу. А мне кажется, вчитывается.
Вот правда, какое-то другое ощущение, когда ты приходишь в театр и делаешь вот это волшебное. Движение? Я, например, обожаю вот это и свет, когда я сижу как зритель. Для меня вот с этого, помимо того, что с вешалки, да, театр начинается вот это. Вот открываешь, и ты знаешь всех артистов, и кто режиссер, понятное дело. Вот это я еще раз посмотрю. Настолько быстрым стало наше время, что люди уходят из кинотеатра, выключают телевизор, переключают канал еще до того, как пошли титры. Mm-hmm. Вы заметили по телевизору, как титры идут? Быстро. Потому что реклама. Mm-hmm. И ты запоминаешь, пожалуй, режиссеров кино, если только это очень сильно в тебя попало. А в театре еще, конечно, такое живое вот это все. Ну, понятно, да. И попадает чаще, мне кажется, театр, чем кино в тебя, если ты уж пришел. А вы в кино пришли благодаря режиссеру или потому, что все пошли в кино, и вы пошли в кино, и вы хотели в кино? Так случилось, да, что мой первый фильм, уже в сознательном возрасте, это был фильм, полнометражный фильм «Ковчег». И вот меня нашли в Петербурге. На самом деле, был молодой режиссер-дебютант. И вот с этого все началось. Опять же, мне повезло с партнером первым, Евгением Сидихиным. Какой-то, который работал когда-то в БДТ. Все как-то крутится вокруг этих трех букв волшебных. И дальше как-то все пошло-пошло. Володя Кот, Саша Кот, и все какие-то mm-hmm. такие, да. Это сейчас ты уже можешь выбирать что-то, а раньше-то что вы? Ну нет, конечно, все, что тебе дают, лишь бы работать, набираться этого опыта. Mm-hmm. Александр Кот. Я ее увидел впервые в фильме моего однокурсника «Причал». Бывает красота холодная, а у нее была прям такая теплая, не модельная, но при этом безумно красивая. Дальше, оказавшись в Питере, я уже вспомнил о ней и снимал фильм «Подсадной». Нет ощущения, что она в образе. Она вот какая есть, такая есть. Потом уже я ее снимал в «Обратной стороне Луны». Она очень такая надежная, то есть не надо с ней разговаривать о роли. Если это ее роль, если это такое попадание по образу, по характеру, режиссеру уже можно, в общем, ничего не делать. Саша, да. Говорят, что съемки в кино, что это сплошное ожидание. Вот ты сидишь как дурак, да, и чего-нибудь обязательно ждешь. И вот это вот сидение, когда ты вот ничего не делаешь, ты просто сидишь и ждешь непонятно чего, очень утомительно. И артисты театральные, настоящие театральные артисты, которые привыкли к логике и к постоянству да. действия, с трудом это все переносят. А вы как? Так исторически сложилось, что у меня все началось параллельно театр и кино уже в сознательном возрасте, то я для себя очень сильно разделяю эти две профессии. Mm-hmm. Актриса театральная и актриса киношная. В целом актерская профессия — это одно сплошное ожидание. Чего ты ждешь, пока тебе дадут роль? Потом ты ждешь, когда начнутся репетиции, потом ты ждешь в своей очереди выйти на сцену, и ты все время что-то ждешь. Но в кино действительно бывает невыносимо. Ты пришел, ты готов, там у тебя какой-нибудь монолог или что-нибудь, я не знаю, там какая-нибудь сцена гиперэмоциональная. Ты уже как бы уже вот уже, ты же с 8 утра, а уже 8 вечера, а ты в кадр не входил. Потому что там каскадеры свою сцену 28 часов снимают угу. или еще что-то, и ты уже не можешь ничего. Я уже, слава богу, правда научилась выключаться в какой-то момент. Надо в общем, создать в себе тумблер. Угу. Когда ты свою готовность выключаешь, угу. ты понимаешь, что, ага, ребята, сейчас будут снимать эту сцену с переворотом машины, это минимум часа 4, у тебя книжечка, и ты как бы выключаешься. И ты просто сидишь, ты там Карина, ты сейчас абсолютно не актриса, угу. но потом в нужный момент тумблер включил, и все, у тебя уже нервная система готова. И уже готова, и ты как будто бы ты здесь и не сидел 8 часов. Это вот... Слушайте, а у вас, ну, вы молодая и прекрасная барышня, да? У вас нет ощущения, что вы даром теряете время, когда вот вы сидите и ничего не делаете? Это как мы называем вот это вот очень, очень дорогое для продюсеров ожидание. Да-да-да. Для продюсеров-то ладно, да, с ними. Для вас, есть, для самой. Я, на самом деле, пожалуй, действительно к этому привыкла. Есть такой солдат спецслужбы идет. Угу. И, наверное, мы с этим свыклись просто. Сергей Перегудов. Есть какая-то в ней какой-то такой интересный изюм, такой очень хороший. Ее личный. Не профессиональный, не привитый в институте театральном, а вот ее какой-то личный. В ней какая-то есть такая интеллигентная вот эта черта, которую все приписывают петербуржцам. Она тонкая, очень деликатная, такая изящная. Изящная внутренняя актриса. Это все я помню еще со времен «Адъютантов любви».
когда наш десант петербургский в количестве 4 человек, мы жили в одной квартире. Это смешно, что нас 4 привозили, но мы никогда вместе все не совпадали. Это вот Карина Разумовская, я, Виталик Коваленко и Кристина Кузьмина. Наполеон с нами жил. Карина – главная героиня. Ой, да. Вы после какого фильма проснулись знаменитой, Карин? После «Адъютантов»? После «Адъютантов», пожалуй, да. Ко мне подходили люди, называли меня не иначе, как Оленька Лопухина. Я играла Ольгу Лопухину. Да-да-да. Оленька! А ты как бы не понимаешь, к какой Оленьке сейчас обращаются-то тут. Да. Но действительно, это был какой-то вот такой момент узнавания начался. Я всегда люблю вот это, когда подходят, слушайте, а вы в жизни-то лучше выглядите, чем в кино. Я понимаю, что... А еще мне нравится, ой, вы знаете, я так рад видеть вас живой. Да-да-да, вот это вот. Вот это мне тоже нравится, да. Или вы тоже ходите в магазин? Да-да-да-да-да-да. Представляете, да. Да. Ну вот, да, пожалуйста, «Адъютантов» началось. Действительно, это был мощнейший опыт. 85 серий под эфир. Самая длинная смена моя длилась 42 часа. Это когда ты просто в бессознательном состоянии. 42 часа ты в кадре. Мы с Никитой Панфиловым, 2 главных героя, без сна. Мы зашли в павильон, была осень. А вышли, у нас был минут 15 перерыв, и пойдем подышим воздухом на улице, пойдем, вышли, а там снег лежит. Зима. Но это бесценный опыт, и правда, это такая команда артистов, которая сплотилась. Нас теперь уже вот, Сережа сказал, нас теперь не разлить водой. Не мы друг другу оставляли водой, записки, да, на столе. Приехал ночью, заглянул к тебе в комнату, ты спишь, выключил тебе свет. Пока. Вообще вот на таких, на долгоиграющих фильмах, во время долгоиграющей работы, контакт с партнером важная штука? Самое ценное, конечно, это же человеческий фактор. Тебе с этими людьми жить как минимум 12 часов в день, как минимум полгода. И потом вот эти слезы в последний съемочный день, потому что это семья, ощущение, что жизнь твоя закончена на этом. Да, и все. И слезы. Соп, я помню, как я после первого «Мажора» летела в самолете одна. Я рыдала все 3 часа самолета, полета из Киева. На взрыв мне казалось, что жизнь моя закончена. А правда, что вы с Прилучным сначала поругались как раз? Да, но не то, что мы поругались, но я залепила Пашу пощечину. Зачем? Пароли. Пароли. Ну, просто я немножко посильнее, чем надо. Я как бы, в общем-то, интеллигентная петербургская барышня, но я могу. Прям пощечину можете дать? Сцена была такая в картине, действительно, пощечину. Но можно же дать пощечину киношно-театральную, а можно по-настоящему. А какая? Что значит киношно-театральную? Ну, она только по касательной. Это, в общем, незаметно вот сюда, в косточку все бьется, и да. А Паша опоздал очень сильно. А у меня «Сапсан», а у меня спектакль в Петербурге. И мне вообще все это как бы... А Паша пришел немножечко такой расхлябанный. Я вообще не знала, кто такой Паша Прилучный. Мне вообще не интересно. У меня пробы, мне все равно. Ну да. Что там за Паша Прилучный? И вот это вот он опоздал. Что... Хотя Пашка совершенно не такой, на самом деле. Ну это да, тоже понятно. Прикрывашка какая-то. Ну, первый день. Первый вот какое-то, да, такое. Ну и я и влепила Паше по лицу. Ой, извини, как? Боже мой, прости, я не рассчитала. Извини, пожалуйста. Прости, я больно. А вы прям стукнули, да? Прямо как надо. У него была красная щека, прямо как надо. Денис Шведов. Ох. Она задумывается о каждой мелочи, а иногда даже совсем каких-то проходных вещах, которые как бы, слушайте, ну давай, ладно там. Нет, она не позволяет вот таким мелочам поступать в свою творческую жизнь, и это, конечно, восхищает в ней. Мне кажется, мы поймем, что она устала, когда она просто упадет вот так вот, и вдруг в кадре бух, и оказывается там вот Карина устала, период там, или ничего, что-то. То есть по-другому это никак не выявить. Она может переключиться, может пошутить, может быть серьезной, может просто поболтать. То есть она умеет как-то вот делать этот процесс выносимым. У нас в России очень мало актрис, которые обладают и красотой, и внутренним содержанием. И Карина одна из них. И мне повезло работать с ней. Дружок мой, спасибо. И еще играть любовные сцены. Поэтому я счастливый партнер Карин. Я хотела спросить про вашего мужа, которому вы ночью декламировали, поступая в институт, отрывки из «Льва Толстого». Вы, правда, вместе учились? Да, мы учились вместе в школе.
Он старше или вы одноклассники? Прямо одноклассники, да. Потом так мы встречались вот классы, наверное, с 10-го, и потом курса до 2-го. Потом так случилось, что жизнь нас развела. Были другие семьи у нас даже, да, и потом мы разошлись со своими предыдущими семьями и снова встретились, и вот мы уже снова 10 лет вместе. Слушайте, а не надоели вы друг другу? Нет. Представляете? То есть... В школе 10 лет, да сейчас 10 лет, 20, уже, если бы убил, то уже бы вышел. Ну, у нас вообще, на самом деле, мне очень повезло еще с одноклассниками. То есть мало того, что мой муж одноклассник, все мои лучшие друзья, подруги мои, это мои одноклассницы. Да что? Поэтому нет, мы друг друга не надоедаем. Ваш муж, Егор. Познакомились мы в школе, в классе в 7-м, наверное, в 8-м. Но мы учились тогда в параллельных классах, поэтому особо не общались. Ну так, видели друг друга, как и многих других ребят и девчат из параллельных классов. Вот. А уже, естественно, более близко познакомились уже в 10-м, когда нас объединили в один класс. Ну и там все уже и закрутилось, завертелось. А главное, что привлекло, не знаю, формы, наверное. Супер-мега-крутая жена. Суперхозяйственная, прекрасно готовящая, действительно великолепно готовит, суперсобранная, если захочет, помнит о тысяче мелочей, всегда все успевает, ну почти всегда, но я говорю в сравнении с собой. Поэтому нам, конечно, в нашей семье это очень помогает, я бы не знаю, что бы я вообще делал. Потерялся, наверное, деньги. Чем занимается? Он занимается бизнесом, да. Он, на самом деле, в прошлом был танцором, педагогом по танцам. Он там, и, прямо скажем, чемпион-перечемпион. Потом в какой-то момент он понял, что хватит заниматься глупостями, занимается бизнесом. Сейчас вот художное у нас в Петербурге. Ну, понятно. Да, ну, то есть с вашей работой он никак не связан. Как говорит одна знакомая артистка Юлия Галкина, из публики. Когда сын родился, Карин, жизнь наверняка поменялась. Вы это как-то почувствовали, пережили? Я вообще очень сдержана по поводу... сына, скажу честно, сыну 2 месяца через неделю. Ой, он мелкий такой, господи. Да. Потому что мне кажется, что это только наше счастье, потому что я не ожидала, что меня накроет такое счастье. Такая любовь, такая огромная любовь. Больше никогда не принадлежу себе. Я принадлежу ему. Он принадлежит мне, он принадлежит нам. Я уже 88 раз позвонила домой, спросила, как вы там, вы поели, вы покакали? Да, да, вы да, что, да. Как вы там вообще живете? Он плачет без меня. Нет, у него все в порядке. Как? И мне казалось, что все это сказки. Что так со мной это так точно не будет. Конечно, нет. Ну что, я серьезная женщина, что у меня театр, у меня кино. Нет, вообще. Нет, меня накрыло через секунду после того, как мне положили его на живот. Это безусловная любовь, вообще безотносительно чего-либо, кого-либо. Она просто есть и существует. На сборе труппы 14 сентября Андрей Анатольевич Могучий говорит, господи, да ты просто сияешь изнутри, как непонятно, что с тобой произошло. Говорит, это ребенок? Я говорю, да. Он говорит, ну теперь ты понимаешь, когда будешь, что еще, какой новый смысл появится, когда ты будешь играть в пьяных и читать этот монолог про то, что только любовь важна, и ничего больше. Я жду этого спектакля, как не знаю чего. Мне так хочется сказать миру о любви. Вообще, это такое счастье, возможность, во-первых, поговорить о любви, во-вторых, в какой-то момент осознать, что она есть, Карин. Ну вот она правда есть, да. Она материальна. У меня текст у моей героини «Только любовь важна, и ничего больше. Только любовь». Потому что или ты любишь, или ты кусок этого долбанного пенопласта. Это текст Вани Воропаева, и это так и есть. Ты вдруг ощущаешь, вот я сейчас, правда, как она, как Марта, каждый клеточек своего организма ощущает, что это так и есть. Спасибо вам большое. Мы рады, что мы познакомились с вами и что мы все-таки поговорили о любви, потому что мы люди, а не куски пенопласта. Да. Такому пасмурному городу, как Санкт-Петербург, невероятно повезло, что по его улицам ходит актриса Карина Разумовская. Она обладает солнечной энергией, которая в одно мгновение окутывает теплом, светом и позитивом. И это чувствуется не только при встрече, но и в зрительном зале.